Зимова Олімпіада в Пекіні добігає кінця. Першу і поки що єдину срібну нагороду для національного збірного України приніс олімпійський чемпіон 2018 року фристайл Олександр Абраменко. Проте попереду є ще три дні змагань. А чи слідкують мешканці Дніпра за Олімпіадою в Китаї, ми дізналися у наших народних експертів. Чесно, я ж кажу, не цікавлюся. Чого? Не спортсменка? Не фанат спорту просто. Ну, я бачила, що одну завоював. Только не помню, как его зовут. Серебряно. Нет, конкретно я не знаю наших спортсменов. Знаю только, что у нас есть серебро. Я только телевизор не смотрю вообще. Дай бог, чтобы они победили всех там. Да. Украина. Ну, из Николаева паренек, тот, что на прошлой Олимпиаде золото взял. Фамилия Артеменко, по-моему. Мои друзья биатлон смотрят, что когда-то же наши прорезались на нем. А так хоккей по привычке. Я же с тех времен еще, так сказать. Вот. Фигурное. Ну, зрелищ такие. Это вот это фристайл там. Вообще все интересно. Все, что показывают. Когда удачно снимают, все интересно. Спортом увлекаюсь, но не профессионально, и Олимпийские игры не смотрю. В детстве смотрела фигурное катание. И чемпионат мира по футболу смотрю. И чемпионат Европы. Вот это все. Знаете, я просто в ленте новостей, если вижу что-то интересное, что украинцы заняли какие-то места, ну, то я, конечно, с удовольствием смотрю. Вот. Но именно саму Олимпиаду нет. Не увлекаемся смотреть. Увлекаемся кататься на коньках, кататься на санках. Сегодня с таким удовольствием узнал, что у нас первая серебряная медаль. То есть я и не смотрю, потому что нет времени, но в новостях обязательно до спорта досматриваю. Даже не важны мне новости, не важно мне главное до спорта. То есть я очень слежу всегда за нами. И когда была летняя, то есть вот этими всеми там и перипетиями, ну наши вообще паралимпийцы какие молодцы. Знаете, работы столько 24/7, серьезно не смотрю. Украинцы не сильны, никогда не были в зимних видах спорта, вроде одна серебряная. Там художественные прыжки или как-то так, я не помню. Я просто знаю, что у нас базы нету. И человек, который, он на прошлых вроде олимпийских зимних золото вроде взял, но он не тренируется в Украине, потому что у него нету базы тренировочной. Конечно, очень болеем. Ну, вчера же серебряная медаль, всех поздравляем. А кто завоевал, хоть знаете? Какой вид спорта? Да, акробатика лыжная. Александр Абраменко. Абраменко. Я хотела сказать, а потом думаю, ошибусь. Александр Абраменко.